Ордонская и пригородная районные больницы могут вернуться к плановой работе. Об этом на заседании оперштаба сообщил Тамерлан Гагичаев. По словам министра резерва РКБ и КБСП, и главное, их свободный коечный фонд позволяют районным медучреждениям вернуться к прежней многопрофильной деятельности по лечению местных жителей. В лечебных учреждениях необходимо провести дезинфекцию и отправить на двухнедельный карантин медиков, задействованных в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на снижение числа зараженных, врачи просят граждан соблюдать санитарные нормы и не заниматься самолечением.